Из пепла найти след основателя в джунглях. Найти след основателя в джунглях. Это мне что, вернуться в джунгли, что ли? Так. Ладно, погнали на последнюю контрольную точку, а там посмотрим, что дальше. Такс. Нельзя туда никак. Туда нельзя, понятно. Что-то там лежит. Сейчас, наверное, какой-нибудь чувачок появится. Ты кто такой? Ты кто такой? Я тебя не знаю. Что-то лежал, и он забрал. Такс. Такс, такс, такс. А что у нас здесь? А вот здесь, если мы поднимемся, тоже к нему попадем. А, контрольная точка. Интересно, сейчас опять этот у стола появится или нет? Сейчас проверим. Нет, уже не появляется. Интересно, если телепортироваться и обратно вернуться сюда, появится? Сейчас проверим. А, его уже нету. Его уже нет, этого чувака. Ну ладно. Талан дали. Ай-яй-яй. Сколько у вас тут, блин? Все, что ли?
Так, будем вот этот восстановление энергии прокачивать. Что-то лежит. Филиан знаний. О, опыт дали. Фантом разбойник, ты где? Ох ты, зараза! Чё, я его типа завалил, что ли? Да ладно, ты чё жив? И чё, где этот фантом-разбойник? Поддали. Надо прокачать. Нелегко. Чувак, ты где? Он, скорее всего, меня где-то ждет, наверное. Вон он. Ух ты! Нихера себе, ты как... Так, патроны. Оба! Оба, промазал. Ай-яй, бежим отсюда, бежим, бежим, отбегаем. Да ё-моё, отбегай ты. Так, здесь патрон нет, там патрон нет. Это плохо. Оп, чё-то наверху вон лежит. Так, идем дальше, ищем. Оба, чувачки вон. Ничего, и где ты? Невидимочка. Ага, понятно. Невидимка.
Так, а сверху что там можно поднять? Что посмотрим. Что есть наверху здесь? Типа камикадзе такого. Я так понял, он так и будет бегать от меня, походу. Ладно, сейчас посмотрим. Что-то я уже здесь запутался, по-моему, туда надо. Там нет ничего. Какие-то молнии бьют. Ух ты, нихера себе, он еще их стреляет. Да, издалека, конечно, не очень это стреляется. Блин, сколько здесь сундуков, охренеть. А вон и камень есть.
Камень проворства. Ага, вот он, камень проворства. Повышает скорость использования предметов на 25%. Предметов используем. Да. И особо не... мне не надо здесь. Это все круто, ну а тот чувачок, типа, че он? Он куда делся? Этот босс, я что, с ним драться не буду? Я забыл, как его зовут. Здесь вот это вот нет прохода справа. Типа нету. Понял, ладно. Чё у меня вообще в рюкзаке есть? Надо посмотреть материалы. Плетеное сердце, оцинкованное железо, шрапнель. Ключ лабиринта у меня есть. Странный объект. Жезл светящийся. Прокачиваем опыт. Прыгай! Отпрыгивай от него. Это все круто, конечно, я что-то не понял, куда этот босс смотался. С первого раза попал, так? Yeah.
Оба! Попал. Так, отбегаем. Чё, тогда надо уходить отсюда, раз его здесь нету. Я не знаю, куда он делся, блин. Ладно, уходим. Тут опасно, убейте врагов поблизости. Да я вроде всех завалил. Ну все, отстрелялся. А кого еще валить-то? Ясно, короче. Фиг знает, блин. Вроде всех завалил. Так, а если я вот сейчас здесь попробуем так зайти? Его все равно нет. Понял. Так, я здесь. Пойдем сюда и вон туда. А, вот сюда вот пониже можно будет сходить. Бобры какие-то с мечами бегают тут. Так, надо придерживаться правой стороны.
Их ты, зараза. Да, тут в этом плане дробаш хорош. Так, придерживаемся правой стороны, то есть сюда постоянно бежим, да. Не успел свернуть. Такс. Я куда-то иду. Непонятно куда. Так, а это что такое у нас? Что за... И вон какой-то проход есть. Сейчас я здесь сначала посмотрю, что у нас здесь есть. Надо наверх подняться. Ага, здесь уже, значит, все находил. Че, идем туда, в дверку зайдем, сейчас посмотрим, что там. Здесь я еще не был.